Странное какое-то у вас название для документального фильма. И выбор, почему на меня пал. Ну и что теперь, что училка? Что теперь и любить нельзя? Да, учитель. Учитель, педагог. Но для меня училка никогда не была обидным словом. А вот учиха, оно небрежное какое-то. А училка, училка и училка. Обидно ведь не это. Обидно, когда тебя за человека не принимают. Обидно, когда тебя судить начинают. Вот так вот, когда все показательно, как у меня было по телевизору во всех шоу мусолили. Когда вот так вот головой качают, проститутка, мол, ты. Хотите, чтобы я вам о своей любви рассказала? Да, о любви и точка. Ему 17, мне 37. Уже смешно, правда? Громче всех моя свекровь смеялась. А знаете, когда смеются? Когда реально не смешно, а хихикают. Это от страха все, я вам говорю. Я знаю. Я сама так смеялась все вечера. А с ним я только от радости смеялась. Просто так. От счастья. От безумия. Все вообще случайно началось. Мои сапоги кто-то надел по ошибке в садике. И мне пришлось чужие надевать. А они вонючие оказались. Я ребенка домой привела и сразу к Мише. Я на дом ходила, так больше платят. Сидим, чувствую, воняет. Я ему говорю, ты решай, я сейчас. Сходила в ванну, ноги помыла, колготки постирала. Капронки, думаю, быстро высохнут. А где сушить? На батарею не повесишь, мать его дома. Зайдет, увидит. Убрала я их мокрые в сумку, вернула, сидим. Резинка, думаю, сырая будет. Положила их я за его спиной на спинку кресла. Он меня не заметил. А потом обратно тихонько в сумку и надела в туалете. Это я думала, что он не заметил. А он все заметил. И ноги небритые, и вонь, и всю эту мою возню. Это он уже потом сказал, что понял в тот день, что я живая женщина. Я не оправдываюсь. Нет. Но он первый начал. Правда. У меня же в голове что? Сапоги всякие. Пожрать приготовить. На работу не опоздать. Долги отдать. А у него же этого нету. В его сапогах не уходит. Ему же делать нечего. Сделал уроки и сиди себе дома, дрочи. Я сама никогда не была влюблена в учителя. А хотя хотелось. В этом же возрасте только одного хочется. Любить. Да,
именно любить. А мы лезем к ним со своим его. Я вообще думаю, что лет 25 нужно кончить жизнь самоубийством. На пике счастья надо себя убивать. Желательно совместно. И нам надо было тогда сброситься с какой-нибудь 16 этажки. И более меньше было бы. Я так и не нашла свои сапоги. Эти постирала. До меня долго доходило, что с Мишей что-то произошло. А он все за зиму маялся, парень. Я даже не замечала, что он то коснется меня невзначай, то еще что. А вы представляете, как каждый раз волнительно. Маленьким мучился. А потом как-то сидим, у него стоит. Я дуру включила, как будто бы все в порядке. А потом начала в своей голове всякие мысли гонять. Все у меня смешалось. И он... И стыдно, и думаю, а как бы с ним? Как бы он меня целовал? Запрещала себе так думать, а в голове все равно сидит. С мужем трахаемся, а я Мишу представляю. А я так всегда делаю, представляю. Я так уже совсем не переспала. И хорошо ведь. И мне, и мужу. А потом, когда вижу того, кого представляю, я смотрю на него, мне так радостно. Я смотрю и думаю, а ведь мы с тобой сегодня трахались. Эта мысль согревает. Я же ничего плохого не сделала. Миша ЕГЭ сдал? Сдал. В институт поступил? Поступил. Я свои деньги честно заработала? Честно. И тогда у нас ничего не было, только в мыслях. Потому что это любовь. И все не поймут. И вы не поймете. Потому что завидуете. Потому что хотите любить? Хотите любить так, как мы. Но вам нельзя, потому что в голове кирпич. Я не оскорбляю вас. Вы не думайте. Я совсем наоборот. Хочу до вас донести, что нужно однажды остановиться и сказать себе стоп. И повернуть совсем в другую сторону. Повернуть к себе, обратно к себе. Все время уходило в другую сторону. Меня волоком туда волокли, волоком. А он единственный, кто мне сказал, что я красиво рисую. Я черкалась тогда на бумажке, а он сохранил. Миша поступил, на этом наши занятия закончились. Я думала о нем по моей схеме, и все. А через год его мать звонит. Отчисляет его за долги. Почему мне, я не знаю. Наверное, зарекомендовал себя хорошо. Я даже обрадовалась как-то. И настроение хорошее, и с мужем хорошо все опять. А у них ремонт, пахнет еще ремонтом, я люблю. А Миша так вырос за год. Волосы отрастил, ему жло. Я так рада была, когда пришла, и мама его,
Меня как родную встретили. Чай, конфетки. Мама такая вся заботливая. А Миша молчит. Красивый. Ручки худые были, а тут мыском обросли. Пальцы такие крепкие, что ли. Проучился годик. Первая свобода. Хочешь, ходи, хочешь, не ходи. Вот он и не ходил. Пьянки студенческие, девки. Он с этой на одном курсе учился. А она с его другом встречалась тогда. Стали заниматься. Как-то сидим. Лето же, жара, аномально жарко было. У меня жопа вся взмокла. Я возьми да скажи, пойдем купаться. Мы пошли. А там у них за домом и гаражами карьер. Раньше там собак топили, котят. Давно. А сейчас пляж. Все так красиво. Я ему говорю, возьми учебник. Он взял. Я иду. Мне так плохо, как будто блевану. Так жарко. И я в воду сразу, как есть в сарафане. А потом сидим, все мигом высыхает. А Миша такой культурный. Футболку только снял. Милый такой. А я же все лечу. Падаю туда вниз. Сорвалась. Но не понимаю еще этого. Это я потом уже поняла, а тогда нет. Тогда просто жарко было. И он уловил это. Почуял. Вы знаете, как зверь запах крови чувствует. Чувствует, боишься ты или нет. Пойдемте, говорит, я вам могилку попугайчика покажу. Какого попугайчика? Моего. Он у меня в детстве был. Я его в майонезной банке похоронила. Ходили мы, ходили. Не могу найти, говорит. А там так хорошо в тенечке. Мы сели, сидим. Я его ругаю, что учился плохо. Что вот сейчас в такую погоду приходится заниматься, уроки делать. Ну как ругаю? Шуточно, что ли, для виду. Сама смотрю на него и думаю, ну поцелуй же меня, поцелуй. А внутренний голос мне говорит, ты дура, у тебя же кожа под мышками дряблая на руках. Какой поцелуй? А он говорит, у вас иголки сосновые в волосах. Можно я уберу? И убирает. И гладит по волосам. Гладит, гладит. А я уже кричу про себя. Ну целуй же, целуй. А он смотрел, смотрел на меня. И отвернулся. Травинки рвет. Когда я лямки сарафана спустила и лифчик сняла, Миша зовут.
Он повернулся. Вы так внимательно слушаете. Интересно, да? А что вам больше интересно? Что мы делали? Или что мы чувствовали? Я даже не помню, что я чувствовала в этот момент. Я даже не поняла, долго ли ему надо. Он спросил меня, а вдруг вы залетите? Я говорю, нет, у меня спираль. Это так по-детски думать опосля. Правда? Поехали, говорю, к моей бабке. Сад, будем ягоды есть. А там такая разруха. Как бабушка умерла, так и все. Мы туда только за малиной ездили. Тащились мы на вокзал. Я купила билеты на электричку. Вижу, отошел в сторону. Звонит. Ну, ясно, что матери. Набрал ей там что-то. Едем в электричке. Целуемся. Все на нас смотрят. Потом я на станции пирожки купила, съели, пока дошли. А ключей-то у меня не было. Через забор перелезали. И задрались все. Ключи лежали под оконной рамой. Мы зашли. Я одеяло бросила на пол. Муж звонит. Я не беру, поставила на беззвучку. Все уже. Полет в пропасть. Не остановить ничем. Потом мы туда ездить начали почти каждый день. Вот мы забываем, какими мы были. Мы даже смеемся. Над собой смеемся, какими мы были наивными дураками. А на самом деле мы не были дураками. Мы были настоящими, чистыми, потому что хотели только одного – любить. И вы знаете, ему повезло, что было кого любить. И то, что меня любить было нельзя, это даже лучше. Потому что это не любовь была по приказу мамочки, а настоящая, та, которая главная. Мы же на подростка свысока смотрим, с высоты жизненного опыта. Но это опыт дерьма. Это опыт учит жить и выживать в этом дерьме. А у них совсем другая любовь. Любовь подростка вообще может изменить мир, если ей это дать, если это позволить.